Всем привет, ребят, с вами Хэдди, а также Оверлорд. И мы продолжаем проходить Оверлорд 2. Итак, в прошлой серии мы захватили Норберг, и теперь город стал нашим. И у нас, как говорится, появились красные прихвостни. Такс. Вы отлично справляетесь, повелитель. Однако, большая часть злых дел у вас еще впереди. Вот уж точно. Большая часть злых дел у нас еще впереди. Жители Норберга просят об аудиенции. Странно, мы же ведь покорили Норберг. Прошу прощения, владыка тьмы, но мне кажется, вам стоит знать, что в Нортберге есть люди, затевающие недоброе. Они хотят украсть запасы еды и уплыть с ними из Северной Гавани на одном из наших, простите, ваших кораблей. А еще я хотел бы попросить у вас на время госпожу Кельду, если вы не против. На время? Ночами в Нортберге очень холодно и одиноко, сами знаете. Чувак, это моя женщина, пусть даже она мне не нравится, но, черт возьми, это моя женщина, так пошел нафиг. Эх, можно я одолжу госпожу Кельду? Каков наглец! Пожалуй, повелитель, нам стоит захватить этот корабль. С этим я согласен. Доберемся до Норберга и поищем там пропавшие кланы прихвостней. Почему он до сих пор висит задание покорить Норберг? То есть мне надо... Очень тяжело покидать старую башню, но мы не могли оставаться там без повелителя. То есть мне надо Норберг захватить, то есть всех жителей его в рабство захватить? Ни хрена себе. Ну окей, пойдемте туда. Кстати говоря, ведь у нас же... Ну-ка, я ведь прав? Я ваш верный... О, блин, один из ста, да вы издеваетесь. Ох, волки. Оу, мои эти тут даже стоят. Тоски не мёртв, и нам больше не придется искать для него свиягу или слабые язычки. Хороший волчок. Будет лучше, имперцы ищут повелителя. Упс, я случайно. Ваше милосердие безгранично. Вот запомните его. По мне так тоскливый сам напросился. Вы мой герой. Блин, если бы они еще бы не убегали бы, а... Что? Умолкни, женщина. Так, ладно, куда нам идти? Так, нам нужно идти в гавань. Ко мне!
дайте мне погреться в лучах вашей славы. Ходит слух, что имперцы ищут магические убежища. Да только это неправда. Ой, господи! Понесла! Я ваш слуга. Понесла! Слушаюсь, повелитель. Ох, да уж, блин, ну, хотя 5 раз телепортироваться сюда, если не по 5, хотя, блин, надо 25 хотя бы человек тоже взять. За один раз я имею в виду. Если бы мы набрали бы тут в деревне по 25 человек, за один раз, может быть, хотя бы 5 раз уж все телепортироваться и все. И задание было бы выполнено. Ладно, черт возьми, куда я вообще иду? Хороший волчок. Хороший волчок. Планы? О, я только правильно иду. Вот почему у нас это вот стоит выделенным? Можно как-нибудь убрать это? А, вот, отслеживание планов. Управление городом. Покорить Нордберг. Офигеть. Могила. Не ломается. О, камень. А, нет. И камень. Просто еще один кристалл. Блин. Так, тут нас не пройти. Понимаю, я тупо ушел не в ту сторону. Ну, хлеб, кристалльчик заполучили. Тоски и мёд. И нам больше не придется искать для него свиягу или соловьиные язычки. Бежим, ваше милосердие без границ. Я ваша верная раба. Если я умру, знайте, что я умерла за вас, повелитель. Даже на арене было бы лучше, чем здесь. По мне как-то Сливий сам напросился. Я буду работать. Это уже 15-й горожанин. Ужас. Что у нас тут такое? Мост? А, ну, я понимаю, тут, видимо, надо... Наверное, тут нужны наши синие. Ну да. Теперь нужны синие. Оставьте их в покое. Ну ничего, ребят, мы еще покорим Нордберг. Мы еще заставим всех служить нам. Угу. А проход на сгавани оказывается тут.
Да, и там есть взять волков. Ну что ж. Вот и корабль. Он замерз во льдах. Это он. И как же они хотели уплыть? А ну-ка мне, народ. Всё-то, блин. После легионов с ними как-то слишком легко справляться. Ай, блин, это загонять бы этих крестьян бы. Черные тягучие субстанции. Это смола, повелитель. Она очень хорошо горит. А вот и карбики. Лучшая растопка. Пускай красные целят в них. Красные! Ну, не красный-то вообще. А, вот это не про что. И... Чё, ничего не сгорелось? О-о-о-о-о! Окей. Все! Смотрите, как лёд тает, повелитель. Это ваша личная парилка. Так, где остальные? А, вон они. Этого сгоняли, видимо. А, то есть вот эти вот они уже не считаются жителями Норберга. Ясно. Ох, блин, как же тут жарко-нибудь. Мочи карлика! Ух, сколько зайцев. И ведь ни из одного не выпало души. Что за нафиг? Ну, остатки, народ, ну давайте. Вот так-то. Красные! Ну, а теперь красные, потушите-ка завал. Да, все-таки как-то недолго тут тушат. Бурые!
Ну а теперь идите-ка сюда. Так, а что у нас тут? О, сундуки. Золото нам никогда не будет лишним. Все замерзший такое. И рычит что так. Так, ну что же, где у нас вторая часть? На разморозке нашего корабля. Красные! Часовой! Бурые! Ну что, всех вынесли? Не всех. Надо чуть сломать домик. Так, народ, вы соберите-ка оружие. Вот так и спускает. Причем, что я уж не смогу, а нефть. Раз уж она так потекла быстренько. Все! Красные! Еще одно зажгло. Отлично. Проход сводился. Так, тогда у нас идти, это мы придем к лежбищу котиков. Смотри-ка, ведь почти что разморозили море-то. Или что у них тут вообще? Ну, в общем, воду. Оу, засада! Какого черта крестьянин вообще ничего не делает? Вторую я якобы в плен взял. Как-то это странно было. Ох, блин, сколько же огня. Вы выбрали всех. Вы растопили лед на реке. Нет, 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 красный, только не вперед.
Как вы, блин, в этих меховых шапках? Тут сейчас хоть стоите-то, а? В этом огне. Это он, ведьмачок, то есть ведьмачище, то есть кошмар какой. Бежим, бежим! Стойте, быть может, в его сердце есть крупица милосердия. Извините за суматоху, повелитель. У ребят легкая аллергия на смерть. Вот они и нервничают. Думаю, они помогут вам, если вы постараетесь их убедить. Быть может, сделав это? Какого черта ты делаешь? Пожечь огромную смоляную яму или же убедить? Ну что же мы сделаем? Ну что ж, я думаю, выбор ясен. Зачем нам что-то делать, когда можно заставить делать других? Где они, жители домов-то? Чем мать земля провинилась перед тобой, чувак? Зачем ты встал на тропу разрушения? Эльфы! Ай, блин, отступай! Ага, вот, собственно, то место, где мы можем сами растопить нам корабль. Но была не моя идея. Я освобожу путь. Вперед, мои личные рабы. Ну, двиньтесь. Где эти еще чертовы крестьяне бегают? Слушаю и повинуюсь. Так, я вот надеюсь, там вот бегает. Судя по тому, как она оглядывается, явно не наша служанка. Поймать ее! А, по-моему, все-таки это наша служанка. Ну, окей. И где следующие? Я помогу вам, повелитель. Никакой лёд. Да стоять! Не могу вам помешать. Я расчищу для вас путь. А ну иди сюда. Так, видимо, это уже свой. Блин, вот они так бегают, с ним даже непонятно, кто это, свой или же нет. Порабощенный или же нет. К
Так, стоять. Два золота, два мешка золота, ну-ка. Ты какая у нас, а? Идем уже обработанные. Отступаем! Фух, успел. Как скажешь. Я расчищу для вас путь. Я остался еще один. Это не я, честно. Я надеюсь, что мой голос не оскорбит ваш слух, повелитель. Но корабль освободился от оков льда. Его нужно подлатать. Но мы, ваши верные подданные, об этом позаботимся. Вот так-то. Это я понимаю, разговор. Направиться к морю. Вест, что? А теперь мы, кстати говоря, не можем зажечь? Видимо, нет, не можем. То, собственно, неким зажигать. Нет, золото, золото, золото исчезло. Убить 1000 карликов, обзоры нового мира, направить свое море к всесвету. Так все пылает. Что у нас за все свет? Отправьте 10 прихвостней корабли. Ну окей. Теперь у нас свой корабль есть. Оу! Гребите, пока чешую на ладонях не сотрете. Прям таки вот, как у Assassin's Creed новый. Уничтожить вражеский корабль. Он всех нас хочет обломать! И шагу дальше! Ты света не нужен такой отстой! Ох, блин! Не успел остановиться. Может, ты спалишься от них, не напарываясь на них. Пора покинуть пылающие фьорды, повелитель. Прихвости снарядили для вас корабль, который отправится к берегам Всесвета. Ну, а, ребят, этим мы будем заниматься уже. Спокойно после вашего вмешательства в экологию. Этим мы будем заниматься уже в следующей серии. А пока переносимся в башню и будем потихоньку закругляться. Хозяин идет. У нас перенесется шута, что ли?
Так что, ребят, с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь за этих друзей и, конечно же, комментируйте видео. Ну а пока, всем пока. До новых серий и до новых врывов.